Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас комплекс для сухого плавания. Итак, начнем. Со вдохом вытягиваем руки над головой, с выдохом наклоняем корпус вперед, спина прямая. Махи руками вперед, поехали! Назад. Поочередно вперед. Продолжаем, наклоняя корпус вперед. Стоп, и поехали назад. Помогаем себе плечами, чтобы амплитуда движения была больше. Сейчас внимание. Одна рука вперед, другая назад. Меняем. И поехали вниз. Ноги кролем, руки опора за спиной. Руки на грудь. Носки натянуты, спина прямая. Руки вытягиваем над головой. Ладонь к ладони. И тянемся к носкам. Повторяем комплекс. Руки на грудь. Руки над головой. И тянемся к носкам. Продолжаем тянуться. Носки тянем на себя. Отпускаем носки. И еще раз повторяем ноги кроль. Руки на грудь. Руки над головой. И переворачиваемся с вами на живот. Вытягивая руки над головой, пружиним их наверх. Поехали. Руки в стороны, большие пальцы направлены наверх. Руки назад, ладони направлены наверх. Выносим руки вперед и поплыли кролем. Отлично, подключаем ноги. Закончили. Локти разводим в стороны, соединяя лопатки вместе. Ставим ладони на уровне груди, разгибая в локтях, выгибаем позвоночник, планка, собака мордой вниз и амортизируя руками в исходное положение. Повторяем этот комплекс несколько раз. Кроль в планке обеими руками. Следим за амплитудой движения. Руки достают до бедра. Сейчас внимание, имитация грибка в кроле. Другой рукой. И обеими руками повторяем то же самое. Растягиваем голеностоп, таз переводим на пятки, руки находятся на уровне колен, колени тянем наверх, растягивая голеностоп, спина прямая. То же самое, но отводим руки назад.
Переходим в упор лежа и совершаем отжимания. Можно с колен, можно на прямых ногах. Далее опускание, поднимание на локти. Остаемся в планке на локтях и разводим поочередно ноги в стороны. А теперь джек в планке. Подтягиваем левое колено к левому локтю и правое к правому. Встаем в планку на прямых руках и продолжаем подтягивать колени к груди. А теперь растяжка. Таз отводим на пятки и растягиваем спину и руки. Переносим корпус вперед, опускаем таз вниз, тянемся, раскрывая грудную клетку. Повторяем то же самое. Ставим в планку, делаем выпад левой ногой к левой руке и пружинистыми движениями тянем таз к полу. Возвращаемся и то же самое правой ногой. Возвращаемся в планку и с помощью рук приводим себя в вертикальное положение. Тянемся наверх, пружинистыми движениями руки назад, выдохнули, еще раз, выдохнули, большие пальцы направлены назад, лопатки сводим, встряхнули руки, сделали еще раз, тянемся наверх и с выдохом опускаемся вниз. Вы большие молодцы! Мотаем видео назад и делаем еще два раза.